Оказывается, никакого дома на пересечении улиц Веденской и Горького не запланировано. Здесь началась работа по закладке небольшого, но очень зеленого и уютного сквера. Центру города действительно критически не хватает природных легких. Посему городские власти приняли решение слегка разбавить каменные джунгли. Мы предусматривали благоустройство с сохранением существующих деревьев. Здесь есть взрослая ель и клен ясеневидный. Благоустройство будет подразумевать создание округлой мощенной площадки с малыми формами архитектурными. Это светильники, это лавочки, на которых можно будет отдохнуть, скамьи. Небольшое количество здесь места не предполагает развитие чего-то глобального, но тем не менее. По соседству с будущим парком располагается дом, в котором когда-то жил знаменитый рязанский биолог Иван Мичурин. В связи с чем планируется разбить небольшой дендрарий с хвойными растениями и экзотическими деревцами. Конечно, работы будут вестись достаточно быстро, потому что, когда город будет отмечать майские праздники, нам уже хотелось бы жителей порадовать таким подарком. Будем стараться, если ничто не вмешается в наши планы, надеемся, что они осуществятся. Вот такая небольшая, но дорогая сердцу и взору радость. Что же будем ждать и надеяться на лучший результат?